Привет, друзья, с вами Sky, и сегодня мы с вами продолжим играть в Warriors Rise to Glory. И мы продолжаем смертельные битвы за наше выживание и становление лучшим гладиатором всей вселенной. Наверное, так. Ох, какой он жесткий, наверное, будет. Ну, я вроде как смогу с ним, наверное, совладать. Получить опыт, еще и Soul Shard, наверное, с него. Я не собираюсь быть милостивым с теми, кто меня хочет уничтожить. Кровотрайлинг. Блин, даже не знаю. Попробовать атаковать его первым. Давайте-ка нападем на него первым. И... да, мы нормально ему наносим, но он нам почему-то ответочку дает. Тоже неплохую. Главное его вот прибить бы сейчас. Блин, задоджил. Давай, легко ему. Отлично. Отдохнем. Он нам долбанет, и мы его средней атакой. Все, мы добили этого гада. Давай. До свидания, чувак. Я расчленю тебя. Ты мне предложишь деньги? Нет. Ты хочешь, чтобы я стал сильнее за счет соул шардов? Вот так вот. Да, я включил жестокость. Я сначала ее не увидел в настройках. Я мудак немножко, но простите меня за это. Как бы. Теперь-то все можно. Теперь-то все можно. Так. У нас есть кик экшен, с третьего уровня он появляется, и теперь мы стали куда сильнее. Если у нас сейчас появится режим survival, отлично. Он у нас появляется, что мы должны сделать? Так, магазин. Оружие, 8. Думаю, может повысить нам... вот так вот что ли сделать, и... и вот так... будем как по на оружие сейчас рассчитывать, поэтому возьмем, чтобы наши характеристики были куда выше. И что у нас тут? 20% шанс на то, что мы сможем порвать кого-нибудь. Вот просто как нефиг делать. Так. Грязный выстрел. Так. Даже не знаю, вот как бы и нужен этот... То есть, ну, рвану рану нанести, это как бы всегда неплохо. Может... или мы можем защититься от урона, блин. Или все-таки золото побольше взять. Хм. Но это только то, которое падает тут на арене. Эх, ладно, была не была, прокачаемся больше мощи, мы будем, как, не знаю, рваные раны мы постоянно носить врагам, и будем за счет этого как-то все более и более становиться, наверное, инвентарь. Мы должны поменять этот клинок нам продать. Нас хватит 480 на нормальную, вот так надо, еще 500 у нас есть. Давайте вот так вот сделаем, у нас остается совсем немножечко денег. Ну, нас это не пугает, теперь у нас есть броня. Да, вот теперь мы будем сильны. Так, закрытые. Почему щиты закрыты, мне интересно. Эхи. До какого момента их нету? Их, видимо, вообще нету. Эх. Вот прикольная пушечка, такую бы себе купить. Но пока у меня нету на это денег, чтобы позволить себе такие пухи. Блин. Ну, если качаешься в ловкости, можешь еще range damage наносить большой, и необходимо для этого дофига бабла. Накопить, что ли, на такой вот лук? Lethal Leaf. Ну, ладно, не знаю. Будем смотреть дальше, как у нас пойдет развитие. Мы пока достаточно круто выглядим. Может, пойдем сюда зайдем. Так. А, у нас денег нет. Ладно, придется заработать деньжат. Ой, против нас такой чувачок вот нападает, а у нас уже и хорошая пушка, и все остальное вроде как очень даже неплохое. Так, у него есть дальнобойники всякие. Давай, подходим к нему. Он нам с рогаточки 3 урона вмазал. Ой, блин. Я понимаю, что сейчас на пару раз его долбануть... Восстанавливаемся. Он сам подходит на ловушку. Это же просто великолепно. Я его добиваю.
Это просто фееричная его смерть. Он думал, что он сможет нас атаковать своими гребаными атаками. Деньги. Он просит, чтобы мы сохранили его жизнь. Ни за что. Мы его прирежем. Ну, все потому, что мне нужно бабло. Больше и больше бабла. Да, конечно, с нормальным оружием. Ой, сколько еще соул-шардов накопить для того, чтобы стать более крутым? 316 у нас есть. Ну что, давайте зайдем сюда и попробуем повоевать с местными воинами. Я только третий, тогда я был четвертым. Блин, сложно мне придется. Ну, может, сейчас я, конечно, опыта побольше наберу. Ох, я надеюсь, что у меня получится. Да, получилось. А, ну я хотя бы увернулся. Давайте лайт атак. Да, все просто. Еще и стамин не потратили. Так, так, тут только бафы будут. Прикольно, у меня есть скиллы, и это очень хорошо. У него нет нифига. Наши скиллы будут ему кровотечение наносить, если прокатят. Как бы никогда не стоит откидывать шанс того, что... Да, я уворачиваюсь, это всегда хорошо. Лайт атака. Вот, ох, критикл мне наносит. Да держи ты, а! Просто офигел, долбануть мне урон. Вообще через броню. Ну, броня, конечно, у меня так себе. Типа, она крута, но... Но нет. Она... Давайте я подойду сюда. Он подходит ко мне ближе. Чардж. Давай! Держи, братан. Угу. Еще раз придется чардж. Ох, да. Пока я их быстро могу убивать, я буду живую, ну, выживать. Потому что, ну, как бы у меня хоть статы и падают потихоньку, то я все равно могу. Ох, чувак-то посильнее будет, чем я. Даже не знаю. Давайте, зачаржим его. Вот это неплохой урон. Еще я уворачиваюсь. Давайте медиум атаку у него... У нее неплохие шансы его поразить. Вот так, все просто. Я как-то справляюсь с ними пока, я в шоке сам. Так, вот с этим будет, наверное, уже сложнее. Он все-таки довольно-таки крут. Давайте отдохнем. Пусть он подходит. И теперь мы готовы с полными силами долбануть по нему. Давайте еще медиум атакой ему пропишем. Ему стрела попала, в смысле, выпала. Че он такой жесткий? Держи ты, а, скотина. Так, вот так, просто и со вкусом мы его расчленим. Так, пока у нас есть нормальная пушка, все остальное мы можем... Ох, ёперный театр, у нас нет брони. Поэтому его стрелы будут нам наносить как следует. Давайте медиум атаками. Мы все-таки как-то... Давай. Ох. Ох, нет. Soul Shard и 235 замечательных сильверов. Отлично, мы забираем их. Небольшие, конечно, награды. Мы можем еще туда сходить, но для этого нам нужна более крутая снаряга. У нас 383, это под словами крутая снаряга, у нас ничего нету. У нас есть зато вот такой вот замечательный клиночек. Но для следующего на 12, а это пока для нас, ну, не очень, как бы, придется как-то все круче и круче становиться в плане статов. Поэтому идем на дуэль, нам нужно куча денег, куча опыта. Конечно, хорошо бы сделать персонажа, на котором мы заработаем побольше бабла. Но... Чардж или не чардж? Давайте зачарджим его. Он, конечно, хорошо выглядит, но, типа, доспех мы с него все равно собьем как следует. Стамина минус 4. Я вот думаю насчет... Давай, только не пинай меня ногой. Давай, скотина. Придется отдохнуть один шаг. Вот это урон, ну-ка, хэви. Нормально, я просто его прибил, можно сказать. Ну и сейчас я его все равно добью, может даже не предлагать мне деньги. Чем более я жесток, тем меньше они, наверное, хотят мне денег давать. Сколько? 79, да пошел ты!
Вот так вот. Властелина этого. Этого Колизея. Давай, выполняй, выполни. Battle Root, Homeless Plant. Трусы какие-то мне выпали. Или штаны, я что-то не понял. Ну, судя по виду, это какие-то... Да. Это труселя. По-другому я не могу обозвать эту вещь. Купить, что ли, или... Ну вот как бы защита наша станет лучше, если мы еще башмаки себе прикупим для полной, для полностью, как сказать, соответствия. Давайте еще одну дуэль все-таки сходим, после этой пойдем повыживаем, нам необходимо шанс атаки повысить. Давай. Ох. А он силен. Да давай, рубить его уже прям на месте. У него... У нас... Блейдинг эти не срабатывают, по-моему. Так, ну. Ну, собственно, я на меньше не рассчитывал. Прирезали и радостный стоит. Все. Это победа. Так. Баблишка еще больше присыпала нам. Уровень. Отлично. Что у нас там? Ну, нам светит, не светит еще пока мегаспособности приобретать. Ох, так, у нас открылись новые скиллы, сюда мы ничего не можем вложить. Так. Добавляет шанс на успешную еще атаку после... Ага. И тут урон после... даже не знаю. Да, разумеется, давайте комбо-атаку добавлять... Нам все-таки надо. Вот как-то так вот, наверное, придется делать. Давайте даже вот так сделаем. Нам нужна виталка. Нам... У нас просто шансов не будет без этого. На 600 монет инвентарь. Как бы надо закупить. Вот такие вот вещички для нас. Потому что, ну, без них просто будет нереально вмешиваться в противостояние. Ой, не туда зашел. Что у нас там по характеристикам? 8. Угу. Магазин зайдем теперь. На 8 у нас что? Правильно, только вот эта фигня. Дальше нам надо 12 их сделать. И... Или хотя бы 10 и взять лук. Да. Два поинта добиваем и, наверное, идем. Ну что, пойдем посоревнуемся в выживании. Сейчас у нас большое количество крутой брони. У нас, можно сказать, полный сет. Ага. Ну, 68 тяжелым ударом, и я просто прорубаю его, видимо, и мы проходим в следующий тур. Что нас тут ждет? Ну, тоже такой себе чувак у нас, типа, довольно-таки много ударов, которыми мы можем попробуем зачарджить. Да, и у нас это получается, убийство первым ходом, это весьма неплохо. Деньги, конечно, надо бы брать, но пока эти шарды для того, чтобы я дальше-то сильно особо не пройду. Поэтому приходится в шарды все вкладывать, и они дадут нам увеличение... Слушайте, хорошо попадает, так крит урон у меня, наверное, уже, ну, достаточно неплохое количество. Вот, третий уровень у него, четвертый у меня, ну и, типа... И что ты хотел этим сказать? Оу! Ты что такой сильный-то, а? Я сейчас тебе покажу, как надо... Чардж или не чардж? А, пофигу! Оу, вот тебе спасибо, а? Братан, спасибо, я отдохну. А я отойду сюда, пожалуй. Вот так. Просто я хочу тратить как можно меньше нашего, собственно, с вами здоровья. С ним придется, наверное, туго. Ммм.
Ну, давайте просто влетим в него на полной скорости. Оу. Что ж он такой сильный-то, а? У него такой же меч, как у меня. Да пошел ты. Я просто хочу тебя раз... А давай-ка я тебе вот так вот сделаю. Так, мы, наверное, сейчас продвинемся дальше. Потому что... Ой, чувак с топором, с большим количеством силы. Это, ну, для нас это не самый, наверное, подходящий. Давайте лучше отдохнем, пускай подходит сам. Ну, нет, я подойду сюда, как бы. 4? Да ты чё, оборзел? Ну, держи ты. Да ладно. 65, 85. Давайте за 65 попробуем. Вот это хорош. Еще и... О, да, мне нравится определенно. Так. У меня ничего нет, придется отдохнуть. О, да, все, это слишком удачно получилось. Я просто его толкнул на нужный мне элемент. Был бы у меня побольше этого, я бы смог раньше сделать. Витальти, видер. Давайте посмотрим, что он... А я могу чардж теперь на тебя сделать. Ай, блин, ловкий гад. Еще раз придется чарджить. Что весьма неплохо у нас получилось на данный момент. Ладно, отдыхаем. Оу. Что ж ты такой сильный-то, а? Откуда у тебя такие силы, гад? Ну, давай еще потихоньку его отлупим. Так, я не могу пока ничего сделать. Он постоянно хочет отходить от меня и... Да, блин. Чё он так хорошо-то лупит меня? 16 дамага. Я не знаю, чем мне его атаковать. Видимо, придется пнуть. А я отдохну. Мудила. Давай, зачаржим. Вот так вот тебе. 11 урона. Будем рассчитывать на... Да, отлично. У нас получается его прибить. Я думаю, что следующий враг нам... Да. Он 5 уровня, я в проигрыше, у меня меньше статов, чем у него. У него сильно больше статов. Я не знаю, как с ним сражаться. У него и брони еще куча. Просто если... Идеальный персонаж, мне кажется, рассчитан на дальний бой, который отступает и... Вот это да. Ну, особо я ему ничего не мог сделать. 4 соул шарда. Слушайте, а выживание-то очень неплохо. Как бы, я не знаю. Соул шарды это очень неплохо. Я бы еще, наверное, зашел. Но мы все-таки ливнем. Нам нужно в магазине тогда. Инвентарь. А, у нас тут все из этого набора. То есть, либо копить на этот комплект. Либо что-то делать. Ладно. У нас денег нет. У нас... либо мы идем еще в survival. Или идем все-таки в этот... Нет. Надо уровень поднимать, поэтому пойдем сюда. Может быть, раздобудем чего-нибудь побольше хорошего. Ну, с этими гадами я буду легко расправляться. Они мне вообще никакой... Ну, вот сложности для меня не представляют на данном... Подходим сюда. Он подходит ближе. Чардж, и он идет нафиг. По-моему, это все просто. И тут мы будем до самой смерти с ними сражаться. Получим парочку соул-шардов. Так. Тут еще многое на удаче завязано. Вот, например, нельзя вот такого вот допускать. Да. Просто надо не допускать, чтобы не наносили тебе урон лишний. Ой. Использовать ловушки надо все грамотнее. С каждым врагом, если есть возможность. Тут я, наверное, вообще просто постою. Ну, давай, давай. Чардж? Нет, я отдохну, пожалуй. Ну и теперь медиум атакуй. Нанесем ему еще ДПСа. Че ж он думает, он тут выживет? Да нифига. С врагами, которые будут жирные, у них много этого. Нам Blade Damage поможет, Bleed Damage, или как он там, в общем, рваное наносить. Ой, ну иди отсюда. Сам подойдешь. Пофигу, честно.
Давай, подойду сюда. Я снова отдохну. Чё он думает? Ой, а я теперь буду отступать? Нет, спасибо, я отдохну, братан. Подходи. Подходи. Чё ж ты такой умный? Давай. Я не рассчитываю на то, что я что-то буду делать. Да пошел он, а. А я буду дальше отступать. Ну чё за фигня? Я не хочу в ловушки идти. Ну, видимо, придется все-таки ему вписать как следует прямо. Ой, хорошо, что у меня дождь сработал. Ну и, чувак, давай, просто догори. Вот так вот, отлично. Ну, он больно много мне нанес, но мы хоть потанцевали с ним. Эдакие танцы гладиаторов. Хрень какая-то была сейчас. Вот. Ну, давайте зайдем с чаржа в него. Блин. А он неплох, он неплох. Надо будет ему... Нам надо уворачиваться хоть сколько-то. Потому что я вообще не могу уворачиваться своим персонажем. Оу. У меня ничего нет, кроме возможности отдохнуть. И давай добиваю его. Просто и быстро. Ну, что нас еще ждет? Угу. Бой с каким-то гадом. Очередным. У него есть рогатка, поэтому мне придется сокращать дистанцию. И использовать чардж. Но, блин. Мне повезло только тем, что... Вот! Вот это тоже повезло. Но у него урон прям... Да, и надо ему вписать по максимуму. Вот, уклонился. Это просто офигенно. Еще и поспал. Воу-воу-воу-воу-воу! Давай, луга! Не, я далеко не пройду, это проигрышный просто забег. ХП не осталось. Тут Карнал еще против меня, и это... Это фигово. О-о-о-о. Я не знаю, чем противопоставить. Только вот, медиум атака, если я его... Да, и он меня все равно добьет. Два соул шарда, отлично. Они, надеюсь, тут вот прям приплюсовались. Да, и у меня есть 5 дополнительных поинтов. Это просто отлично. Угу. Немножко денег есть. Давайте в турнирмент пойдем. Давайте еще один чемпионат для нас пройдет. Пойдем в батл. Вот с этим Варрингтоном я не уверен, что я смогу справиться на 4 уровне. Он очень силен. Угу. Давайте, чардж и просто его... Ой, нет. Вот это было плохо, но... Мне кажется, я смогу с ним как-то расправиться. Ах ты гад, а! Теперь мне придется отдохнуть. И он мне всечет сейчас. Да, довольно больно. Я надеюсь, что получится. Да, отлично. Отлично. Медиум. Атака. И он мертв. Он думает, что у меня будет возможность пощадить его. Нет. Давай, я тебя уже прирежу. Да я знаю, что так и будет. Поэтому пока. Soul Shard. Плюс один. Да. Эх. Опыта, конечно, очень мало дается. Опыта очень мало. Придется и вот теперь с этим. С этим потом с варваром-чемпионом как-то сражаться. На к этому моменту уровень хороший подкачивать всегда. И это сложно все это всегда делать. У него есть рогатка. Ладно, подходим на такую длину. Он меняет на нее. И теперь чаржим. И он уворачивается. Вот скотина. Эх. Давайте отдохнем. Я предполагаю, что мне надо отойти сюда. Ну, я тоже отдохну. Приду сюда. А вот это ты зря, братан. Вот это ты сильно зря сделал.
Ну и теперь, я думаю, нам придется с тобой вот такой атакой как-то помериться. Вот это урон, конечно, у него покруче, чем у меня. Давай попробуем его еще парочкой атак. Посерьезней каких-то. Так, 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 так. Мне или отдохнуть, или медиум атаку нанести. Мне тут навернулся. Поэтому мне необходимо отдохнуть по-любому. А, больно, больно, больно. Хэви атакой. Отлично. У меня есть шансы теперь его добить. Давай, 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 давай. Отлично. У меня получается. Я могу с ним совладать. Ох. Ну, прирезать тебя? Без проблем. Ох, мне меч бы поскорее с этими кинжальчиками не достал. Мне нужен меч серьезно так какой-нибудь. Бля, хоть ветку силы не качайся. Там такие орудия, мне кажется, хорошо наносящие дамаг. Угу. В жизни, наверное, не стоит вкладываться в восстановление жизни и сном, потому что наносит все равно слишком много. Смогу или не смогу? Надеюсь, смогу. Нет. Ой, ну он хорошо, что промахнулся, и я попал. Ну, неплохой у него ДПС. Ну ладно, ну ладно. Оу, с таким маленьким шансом я умудрился по нему попасть. Просто это великолепно. Как бы дело-то в том, что я могу только отдохнуть. Давайте так. Блин. Если я зачаржу, я только больше урона себе нанесу. Оу. А вот теперь можно чаржить. Ему потребуется еще время на... Да, отлично. Отлично. Ты сейчас скажешь, что тебя не хочешь, чтобы я тебя добил. Ну, это понятно, по-любому, у меня вариантов не было. Падай, скотина. Victory! Отлично, следующие бои должны проходить у нас тут более успешно, наверное. Вортиган. Смогу или не смогу, я не знаю, мне кажется, он очень силен. Пятый уровень. Не знаю, он очень сложный соперник, но у меня хотя бы комплект брони есть довольно шикарный. Он, наверное, меня прибьет все-таки этот. Давайте попробуем. Да, слушайте, мы смогли ему нанести толику урона. Еще как бы неплохой урон вкатывать можем. Вот он задоджил, а я нет. Отходим сюда. Ему пришлось поспать, видимо. И чардж. Давай! Как следует урон. Чтоб вкатывал ему медиум атакой. Нет, у нас был большой шанс попасть. Давай, пни его хотя бы. Я смогу отдохнуть. Ой, больно, 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 больно. Он мне очень сильно наносит дамаг. А давай я отдохну, коль ты меня пнул. Я думаю, атаковать его или нет. Или еще немножечко отдохнуть. Типа как бы... А давайте хэви-атаку! Нормально прокатывает. Давайте еще хэви-атаку! Он вообще не уворачивается. Да я тоже. Ох, ё-моё. Давайте отойдем сюда. Я могу отдохнуть чуть-чуть. Необходимо хэви-атака его долбануть. Почему он так много урона-то наносит? Да ладно, опять! У него так дофига хп. Что за бред? Ему надо на пятом уровне встречать, когда у меня больше хп и больше скиллов. Да, конечно же, убивай меня. Я не имею выбора на грёбаном соревновании. Придется перерождаться. Ну, ребят, на этом мы с вами закончим, на этой печальной ноте. Rest in peace, мой дорогой персонаж. И всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажать по колокольчику, чтобы быть в курсе видео. И до новых встреч. Это было печально.